И снова всем привет, ребят. Что испытание с телефона на игрушки, но уже вот не с китайской с прошивкой, а глобалка идет. И просто спортивный интерес, как будет, ну, изменение вот именно с китайской игрушки. И система игреться в такой степени будет. И с глобальной. Так, чистим систему, чтобы все вживую было и натурально, ребят. И, конечно же, чтобы включаем изначально чуть-чуть, чтобы попроще, чтобы и шла игра. Давайте звук, чтобы включать или нет, я не знаю, с тем ютубом. Три точки, шикарный. Пока включается, чтобы вы увидели температуру сразу. 31, что в принципе 31 градус. Разрешаем пока, конечно. И будем ждать, что же нам покажет. Ой-ой-ой, чуть тише сделаю, все-таки, чтобы было поинтереснее, скажем так, что кричать, что думаю, если будет, то не сильно комфортно будет и для меня, и для вас. Continue. Окей, второй. Ну, попытаемся. Upgrade car. Давай попробуем, upgrade car. Так, и что нажимаю? Есть. Грег, ура, круто. Окей. Есть. Есть. А что дальше? Все, наверное, да? Выходим отсюда, ребят, и, ну что, в бой, старт, попытаемся, ну что, вдруг, чтобы получится такую игрушку чуть-чуть поиграть. Ого, промесил. Так, что управление у нас идет кнопочное. Ну, кстати, знаете, вот я вам скажу, что картинка вполне симпатичная, идет действительно красивая игра. Ой-ой-ой-ой, видите, все, ох, твою, да, видите, истыкаемся с такими ситуациями, что иногда сдуваем, и чувствуется, что я все-таки не умею играть, абсолютно. Ох, блин. Вот это, конечно, жесть, да? Ну, ребят, скажем так, что для спортивного эксперимента, ну, что все делается, так что уже извиняйте, что не так. А вы, я хочу еще раз попробовать, ну, что вдруг получится. Ага, чисто, что окончено и все классно. Красава. Ну, попробуем еще раз в таком случае. Climb reward. Окей. Кучу денег и кучу всего. Давайте попытаемся все-таки, потому что вдруг получится. Buy weapon, конечно, buy. Что? Buy free weapon. Что дальше? Может... Ой, ребят, не. Уж извините, все-таки что-то не то. На классов. Continue. Start. Shoot. Down. Ну, что пишется, чтобы я убил 5 зомби. Ну, что видим? Вдруг что-нибудь да получится. А кнопочка стрельбы где у нас? А стрелять какой кнопкой? Я ж так и не понял. А где инструкция, как стрелять? Ого, чуть-чуть из меня лепешку сделать. Так, есть, споймал какую-то фигню, но инструкции по стрельбе здесь нету, хотя где-то кнопка оказалась, может. Как стрелять, скажите хоть. Нет. А, у меня, ребята, окончились патроны. Вот вам в чем прикол.
Идиот называется. Знаете, ну, ошибаемся, что все мы иногда, тем более я и стабильно. Давайте в магазин, наверное, надо зайти, где пушка. Что я нажал? Да. Я думаю купить патроны какие-то надо мне. Есть. Ага, что пишет, чтоб я денег. Ну ты веб, амор. О, что думаю, что купил я. И что все-таки, ну что попытаемся уже окончательно сыграть в эту игру. Карту как включить? Локет. Вот стабильно, знаете, наклацаю, что-то где-то не так. Есть, выбрали. А что дальше делать? Квест не то. Баунти не то. Что придумать всякую херню? My guard walking, daily бонус. Давайте на карта. А сюда что будет нажать? Continue. Не то. Так, я хочу включить обыкновенную игру. Ты издеваешься или что? Есть автомобиль. Есть кастомизм. Не, не сюда. Давайте пробуем отсюда выйти как-нибудь. Стор. Он не то. Так что здесь у нас же включаются установки. И снова не то. Play online story. Ага. Да, что, ребят, ну скажу честно, извините, бывает, что ошибаемся все мы, особенно я. Что ждем, что же получится, что игра в принципе, ну что интересно, я так думаю. О, прицел есть. Класс. Мочи. Ну, все равно, я вам скажу, что интересно, знаете, ну, и стрельба, то смотрится все вполне и красиво, и симпатично, и тем более мне еще в комплекте херня какая-то попалась. Но я так думаю, что окажется, это уже никому вот не интересно. И включаем еще очередную игрушку, что вдруг кажется интересно, ребят. Окей, нажимаем старт бета и температуру. Что у нас с температурой? Что, в принципе, с китайцем было все вполне комфортно, что писалось в 38 с копейками, что считаю для такого, ну, что телефона вполне комфортно, что действительно идет. Что в принципе, думаю, что китаец и глобалка отличие окажется ноль, что в принципе. Ждем включения, что первый раз, что в принципе включается, я так думаю. Так что будем, чтобы пытаться стрелять, чтобы бегать, убивать. И чтобы вы за компанию и картинку, ну, чтобы вживую, естественно, чтобы увидели, что вдруг окажется интересно кому-нибудь. Давай. О, что включается. Ура! Ура, ура, ура. Ждем включения и загрузки. 45. Еще немножко. И будем летать. 100. Окей. Оставшееся время ожидания. 1 минута и 14 секунд. Но это, конечно, издевательство. Пока думает, я чуть-чуть покручу его, так что вы, чтобы вживую, что увидели, что все срабатывает, что вспышечка у нас здесь есть, что камера есть, и что датчики есть. Что все кричит, и что индикатор, что здесь у нас в телефоне. И светится, в принципе, ну, счет. Я смотрел, чтобы был или белым, или красным. Еще думает, ну, блин, долговато, что здесь у нас единственный динамик идет, что здесь спрятали микрофон, что инфракрасный, ребят, микрофон идет, не инфракрасный, и микрофон, и 3.5 джек, и мы летим, ура, ну, что увидим сет, ага, окей, полетели, летим сразу, станция какая-то, ого, что прям в Чернобыль. Давай лети, чтобы лепешка уже сразу размазалась. Надо где-то мне в кусты сразу убегать. Ой-ой-ой, по карте я, конечно,
отобрал нехти все. Сам могу сейчас убегать куда-то. Что, думаю, стрелять сейчас будет мне и в спину, и везде. Еда. Что пишется, что оказался какой-то энергетический напиток. Но в чем плюс, вот я вам скажу, что игра идет, ребят, что вполне комфортно, что идеально. И красивая картинка идет, и лагов, что в принципе ноль. Что бегать. Включили бы какую-то кнопку. Давайте попробуем, что же будет дальше. Домик. Убегаем, что вдруг здесь есть или амуниция, или патроны. Забираем патроны. Ура, нормальный автомат есть. Круто. Осталось еще споймать кого-то. Ау, ребятки, где же вы, где, моя милая? Давайте глянем по карте, я где-то там. И красненьким освещается в чего-то. Я так понял, что там, наверное, скоро взрываться трения будет. Что включили бы какой-то индикатор, чтобы показывал, куда мне тусоваться надо. Да, вот знаете, вот я вам скажу, вот, ну, стыкаюсь я впервые с игрой, и чуть-чуть вот неудобно, что не стыкался и не играл в нее. Один раз что попробовал, но, скажем так, оказалось все конкретно, что плохо у меня. И тупо бежит. И куда я бегу, фиг его знает. Пацаны, вы где? Что, город есть, но... И конкурентов я, если честно, и не вижу здесь пока. Что все, я так думаю, оказались в городе и ком-то. Ну что, попытаемся, хотя бы оказался бы какой-то автомобиль здесь или что. Так, по карте мне, я так думаю, что бежать где-то сюда, наверное, надо. Что пишется, что С, ага, запад, восток. Сюда, наверное, что в домике. Что глянем. Какая ситуация у нас здесь? О, что кто-то там стреляется, уже четырех застрелили. Привет. Ох, кто-то и всего вполне хватает. У меня есть уже и патроны, и аптечки, и все полностью. Осталось еще откопать только какого-то засранца, чтобы попытаться убить кого-нибудь, чтобы вы вживую увидели игру. Что снова кто-то убил кого-то. Да, но я вам скажу, что, знаете, скучная игра. Казалось бы, здесь куча или музыка, или что-нибудь, то было бы поинтереснее и веселее хотя бы чуть-чуть. То получается, бежишь, а толку ноль. И тем более, что у тебя и толковый автомат идет, вроде, по ходу. И здесь никого нет, и там никого нет. Ура! Бежим туда. Я так думаю, что здесь уже будет чуть-чуть поинтереснее, что видите, красненький. Оказался, что здесь ящичек, что извините, что, что долго действительно, что ребят. Но, по-моему, я увидел какого-то чувака, какой туда бежит к ящикам. Давайте попробуем, что вдруг успеем убить его. И споймали только что одного фриза. Куда же ты убегаешь? Иди сюда. Знаете, вот если бы они придумали систему прицеливания поинтересней. Куда ты бежишь, мой хорошенький? Где же ты, где? Ага. А где же он? Что-то я не понял.
Бежал, бежал, и где оказался? Так, ну, ребят, ну так нечестно, знаете, ну, что издевательство, ты, як, ну, идет, ты что впустую, что бегаешь, и все спрятались где-то. Да стреляйте хотя бы кто-нибудь в меня. Так, что извините, но я ее... До свидания. Что попытаемся, что включить еще одну игру, что вдруг что включится и сработает. Что, думаю, интересно будет, и что и красивая игра, красивая графика, что, ну, куча динамика здесь есть, и по идее все включится и красиво идти будет. Но сейчас, конечно же, испытаем, что вживую это, что все-таки что телефон, что с глобалкой уже идет, а не с китайцем. И, ну, знаете, вот, что в чем плюс, ну, что я был и с китайцем, что 15 дней, и по факту, что отличие, ну, вот единственное, что, ну, все из английским языком было. А по факту, то все вполне в комфорта. И Google работает, и YouTube включается, и работает, и что все скачивается, игрушки шикарно, все, все классно идет. Да. Нажимаем, да? Пхукет. Вот, блин. Ну, ребята, сейчас увидим, что пишется, что что-то смотрит и проверяет, что включится или нет. А самому, если честно говоря, интересно. Загружен онлайн-профиль пользователя. Необходимо перезагрузить игру. Да вы издеваетесь. Что, извините, знаете, иногда бывает в таких ситуациях, хочется взять так телефона. Да! Но, конечно же, этого я не сделал, что мне еще продать его надо в конечном итоге. Так, настроечки. Включаем звук дисплей. Что все включено у нас по максимуму, ребят. По музыке я. Естественно, что отключаю. Что все включено и все в лучшем виде. Давайте, что включаем, что улучшенное качество. Назад, конечно. И снова, что извините, но скажем так, что все включается только, чтобы вы, ну, что увидели, что в действительности, как справляется ваш телефон с игрушками. Что у нас здесь? 36, что вполне все терпимо и предсказуемо. Так, геймпад подключен. Это кто его включал? Да вы издеваетесь, наверное. Что управление, вид камеры есть, плотность, качество изображения, что включено, что по максимуму, эффекты есть. А где управление? Подключение никто, поддержка никто. Ну ладно, попытаемся все-таки играть, что вдруг получится. Изумрудный лес. Давай. И ждем, что же нам покажет такое чудо. Изумрудный лес включили, уже включили или нет хотя бы. Мне же интересно, чтобы было включено, что включенный геймпад. Не, все вполне комфортно идет. Пока. Пока все будет. Тоже отключились, наверное, эти эффекты. Извини. Ого. А что это было, интересно? Покупались они немножко. Ну, кстати, знаете, вот я вам скажу, что картинка изумительнейшая идет. Вообще смотрится. Ох, блин. Так куда ж ты летишь? Летучий голландец. Твою мать. Вау, ты здесь. Вот это я, конечно, красиво влепился. И снова сейчас еще, наверное, влеплюсь или нет. Пока еще чуть-чуть я живой, но надолго ли? Фиг его знает. А куда ехать тогда? Ага. Ты здесь. Не, кстати, игра идет вообще супер, просто шикарно, ну, что включены все эффекты, картинка, супер, ребят, вообще, что просто круть,
Но в конечном итоге оказалось, что я сдул. Так что видите, все, что не делается, все 100% не к лучшему. Ладно, отключаемся, что упускаем такую игру. Я думаю, ну, что интересно будет, я не знаю, что включится или нет, и за компанию еще или не адж. Или не адж. Включается, пока включается, думаете, я температуру вам покажу. Ребят, 36-37 градусов. Шикарнейшая вполне. Коснитесь для экрана. Сюда. И ждем, что пишется. Включится или нет. Мне аж, честно говоря, интересно. Файлы обновлены до последней версии. И сундука с каким снаряжением. С наибольшой вероятностью можно будет. Короче, это всякая фигня. Упускаем и будем пытаться немножко, чтобы вы и картинку, чтобы вы увидели, и саму, как телефон справляется с такими игрушками, с тяжелыми, что действительно, что испытывает телефон на полный. А, чтобы придумать ему что имя какое-то. Ого, какое-то длинное. Как оказалось, но я хоть думаю, в чем плюс, что 100% мне кажется, не у кого такое имя. И ждем. Что, кстати, знаете, вот, ну, в чем плюс, что все включается и срабатывает, по-моему, здесь супер. Пока. Давайте. Сюда. Welcome. Давайте вот так. Что у вас там с картинкой все, ребят? Я, наверное, сближение сделаю все-таки чуть-чуть, чтобы картинка была поинтереснее, что для вас. Упускаем и давайте задание, чтобы вживую, чтобы все включилось, и вы увидели ситуацию с телефоном, что куда и как идет у нас. Окей, спасибочки тебе, дорогой. Конечно. И тебе не хватает. Что дальше? Так, я включил чат, наверное, и смотрим. Ого. На. Мне, кстати, знаете, я вам скажу, ну в чем плюс, куча, игрушка идет здесь вообще, ну что, шикарнейше. Абсолютно, и не тормозит ничего. Все и красивенько, и плавненько идет, и претензии здесь вот именно по качеству картинки, что ноль, скажу честно. Все. Там еще их осталось несколько штук, то взял бы их уже, окончательно добил бы. Жлеб, жлеб. Они добровольцы. Попытаемся еще раз, я так думаю, вдруг еще кому-то влепить придется сейчас, чтобы вы увидели, что все вживую, что делается, не придумается. О, держи, Мишка, косолапый. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ага, минус один. Вполне терпимый результат. Поя. Красава. Ну, знаете, вот я вам скажу, что здесь куча действительно комфортно, потому что чувствуется, что графика идет, что красивая картинка, текстуры изумительно показаны, и по качеству все, ну, куча первое впечатление, что все супер, 100% классно идет. Красава. Ну, я так думаю, все, что вживую, что увидели, ребят. И, конечно же, стартуем с танков. Что я так думаю, что всем уже что интереснее будет, ну, что видите, танки, ну, что действительно показывают, на что способен телефон. Что да, есть еще интереснее игрушки, но вот в чем, ну, что плюс, что писто их куча FPS-ка, и вполне мы, ну, куча действительно и в сражениях, что увидим и троллинг, что все полностью. Что все вживую, самое главное, и не изменяется, и не придумается. Пока ждем. Давайте, ребят, смотрите, что у нас с установочками. Включено, что писто по минимуму. Нет, мы включаем, естественно, по максимуму. Что первый раз, скажем, до свидания ему. Давайте сюда и выходим, естественно, из игры. Пока, что думать будет, давайте изменения в температуре глянем сразу. 37 градусов, видите, вот я вам говорил, что вот действительно, вот именно что и пятерочка, и пятерка, что плюс, вот именно для игрушек, то телефоны шикарнейшие идут, и что сделано все вот на ура. Я чуть-чуть сближение сейчас сделаю, чтобы картинка была поинтереснее, и чтобы вы за компанию, что, ну, что увидели, что FPS.
Бой. Так. Пока сделаю чуть тише. Уж извините, но так надо, скажем так. Все включилось. Мы в Японии. И писта, считай, что в 30-ках пока идет по FPS, ребят. 31 изменилось чуть-чуть в лучшую сторону. Так, а где все пацаны? Здесь один есть, что быстрее конкретно, а все остальные там. Я думаю, что оптимальнее в компании идти. И в ПК, что писта, что FPS, конечно, 32, ребят. Я считаю, что, в принципе, отличие с китайцем, с китайской с прошивкой, скажем так, и сильно здесь вы и не увидите. 35 изменилось чуть-чуть. Но тут я смотрю, стрельба по полной идет, что лупится. Конкретнейше, пацаны. Так. Да хотя бы... Ой-ой-ой. Сейчас кто там... Надо, знаете, в таких ситуациях попытаться. Так аккуратненько. Эть. Не успели. Ждем объекта еще одного. А вдруг он где-то засветится? Нет. Но все-таки, ну что, думаю, что стоит попытаться где-нибудь смальнуть нам по ним. Я думаю, лучше идти сюда и лупить по это. Ай. Да что ж ты, засранец. Я хочу в тебя попасть. Как-нибудь. Ай, идиота кусок. Ой-ой-ой-ой. Да-да, ребят, вот видите, всегда спешишь. Так, еще пишется, что пока с FPS-кой у нас все вполне комфортно. Но у меня и зарядкой полная же. Пока. Ждем. Да что ж ты, слепой. Три точки. Извините, но видите, ошибаемся все мы. Так, и ждем, что видите, у меня что плохо, что идет три выстрела что в минуту. А я вам скажу, о, и интернет, видите, что делается. Да-да, ребят, и в таких вот ситуациях я стабильно сдувал. Сейчас думаю, что пинг, наверное, испорченный. Но в чем плюс, что FPS-ка изменилась в ПК в лучшую сторону. Так, где ж вы, блин, ну что... Так нечестно. Пинг, помогайте. Не. Ау. Что дуло, что в принципе, ну что крутится. Но в картинка, я думаю, что вы вживую, ну что все видите, застыло. Я не знаю, что в такой ситуации делать даже. Пишите в комментариях, что делать нам. Что попытаемся, что ехать туда-сюда. Нифига. Не включается, не срабатывает, что видите. Восстановление не требуется, модулинг, и все, пока остановилась и игра стопорнула. Опа, вы отключены от интернета. Шикарно, офигеть. Нет, конечно, я этим не пользуюсь. Войти. Нет, сюда. Извините, все-таки видите, что казалось, что стыкаемся и с такой фигней. И впервые включаем снова. Включится или нет хотя. Ну, конечно, цирк. Ура! Включились и выиграли еще. Красава, молодец. Но, извините, видите, все-таки я так понял, что случилось из-за интернета плохого. Ох, у меня и танк здесь будет еще в полный хлам. И еще за компанию все включилось и превосходство. Скажем так, стабильно сдуваю здесь. Что, вот, ну, для меня это самое туго, что может быть. Есть. Поехали. Куда нам деваться? Танк у нас считай, что в черепаха. И ситуация из FPS-кой, и что писта в 30 там с копейками, я не знаю, что видите, из-за округленного экрана, что, скажем так, ну куча первая циферка только светится. А вторую я уже и не знаю. Что извините. И такое. Стыкаемся и с такими вещами. Я сейчас думаю, тут будет конкретная стрельба идти.
Ну что, нам впервые, пацаны, уже кто-то по мне вцелится, конечно же. Пока будем ждать, я думаю, будет идти оттуда где-то. А где их искать вообще надо? Угу. Не здесь, а. О, опа. Угу. Пока я прицелился, конечно же. Но в чем плюс? У нас оказалось, что две точки. И в принципе, ситуация из ФПС-кой пока вполне терпимая. Ребята, идет, что не сильно критично. Теперь глянем, что у нас тут ждет. Ух, там миносится, пацаны. Бодро, конечно, но это не для нас. Давайте так, опачки. Идиот. Да-да. Знаете, я не стесняюсь, что, ну, потому что действительно, вот если ты накосячил, то надо отвечать за свои поступки. Ура! Я за компанию еще в кота попал даже. Чудеса свершаются иногда. Конечно, не слишком часто, но бывает и такое диво. Пока встречаем, что вдруг окажется где-то здесь. Но я думаю, ненадолго, конечно. Что... Я, честно говоря, оптимально думаю, нас сейчас будут со спины где-то лупить. Ага, что видите, чуть-чуть я опоздал. Давайте, у нас шанс еще есть все-таки вот так изменить ход событий. Нет, что здесь я его, что думаю, не увижу. О, и компания по чуть-чуть сливается наша. Убегай сразу, пока не поздно. Да-да-да, с таким танком, как у меня тут, то знаете, что только танковать остается. Как же тебе? Ага, ну сейчас я специально попытаюсь, я сбоку как-нибудь его обойти, вдруг свершится чудо, и я кого-нибудь из них увижу. Но чудо, естественно же, не свершилось, ребят. И надо идти где-то сюда. Ждем землю. Не сюда немножко. Ох, там их целая куча. Но в чем плюс, что, смотрите, ну что, FPS-ка вполне комфортно, почти 50 идет. Я вам скажу, что в показатель, ну что, и с максималками для танков вполне шикарно идет. Так что, ну, куча претензий к телефону, вот именно по отношению к игре, к танке, ну, скажу честно, у меня что ноль. Что именно в плане что претензий. Я все-таки, ага, успели здесь. Ну и там, думаю, уже и так все закончено. Ура, мы выиграли. Шикарнейше. Чуть-чуть мне кинули еще денег. Ура! Ничего себе, сколько денег я заработал. Естественно же, в такой ситуации что попытаемся изменить что установочки. Что включим и средние. И давайте в бой. За компанию изменения температуры. Что у нас делается? Так, 38, 39. Что вполне терпимо. Что кто помнит, у меня был клуб первый, то там температура конкретнейшая. Отличался и грелся он действительно сильно. Что здесь, в принципе, я думаю, что все good. Что пишется пока что 44, я так думаю. Или сколько кадров, я не знаю. Но, что в принципе, показатели вполне... Так, ты едешь, едешь. И спустилась к 36, я смотрю. Что видите, ребят? Все туда, а я сюда, называется. Оптимально стать сюда. Где-то, ага, и толку с того, что оптимально ждать. О, изменилось, 60 пишется. Видите, вот в чем прикол, что играть с такими, ну, с установочками вполне комфортнее, чем с максималками. Вот, ну, играть, что лучше, пусть картинка чуть-чуть похуже будет, но играться будет чуть-чуть попроще и легче, скажем так. Не туда,
оптимально где-то надо. О, кто-то есть у нас. Давайте будем встречать добровольца. Ждем. Жук. В кусты сразу. Ну так нечестно. Давайте тогда будем атаковать по чуть-чуть хотя бы. Как-нибудь вдруг свершится чудо у нас. О, там кто-то пытается. О, опять я получил. И FPS-ка спустилась к 47, ребят. Так. Ну, ждем вот этого засранца. Я самое больше, я думаю, что стоило его ждать нам. И попытаться как-нибудь помочь для команды. Попытаться, только я, если честно говоря, я не знаю, как. И что, видите, в той ситуации, если танковать ты, что в принципе и не умеешь, то это, конечно, не сильно хорошо. И снова я попал, что в чем плюс, но что изменилось, что FPS-ка 57, ребят, я надеюсь, вы видите. Извините, может, что... Так куда ж ты? Давай зад, вперед. Ай, блин. Ничего. Давай же ж ты. Твою мать. Ой-ой-ой. Успел все-таки. Ну и последний, знаете, вот самое будет, что обидно, если меня сейчас застрелят. Ура, красава. Но куча FPS-ка вот именно в стрельбе спускалась в чуть-чуть. Ну куча, я вам скажу, что это вот не сильно комфортно. Что пятерочка вполне в комфортно. Типа в 50, типа записалась в 56, 58, 60. Что FPS есть. Включаемся. Ну и конечно же, что, ребят, что включаем по минимуму. Скажем так, ну что вдруг окажется кому-нибудь интересным. И такое диво. Есть, отключились и включаем первый раз сюда. И смотрим, что с температурой. 38,3. Что видите, вот, ребят, ну что в чем прикол, что все-таки, ну что оказалось, что у системы, что до такой степени офигенная оптимизация и системы, и процессора, что температура его вполне в комфортной, и телефон оказалось, что вот, ну, куча, не греется, считаешь. Ждем. Так, что извините, у меня уже окончательно затекли руки. Ну, ничего, что попытаемся. И превосходство. Вот, если честно говоря, я вообще его не сильно люблю. Играть именно превосходство, что стабильно сдуваем мы и команда. Так, но в чем плюс, что пишется в 59? Изначально я так думаю, что в перспективе все-таки циферка 60 будет, ребят, идти. Ну, конечно же, все вживую попробуем, испытаем и увидим в конечном итоге. Я куда поехал? В полную Ж. Что думаю, что вдруг свершится чудо и смогу что-нибудь, да, сделать в этой ситуации. Но с такой картой, я так думаю, сейчас за секунду из меня сделают лепешку. Но все равно попытаться стоит, я считаю так. Попал, и что дальше? Убегаю, ай! В кусты сразу, помогайте, блин, засранцы. Да как ты стреляешь, если ты так нечестно? Ай, ай, как всегда, мне влупили по полной. Да, ребят. Да-да. Да, ребят, если честно говорят, то я в шоке конкретно, потому что, видите, оказалось, что команда слила меня, но... Ситуация, ну, куча с FPS-кой поинтереснее. Ладно, что попытаемся, что другой бой. Что там мне, что пишется? 1000 подписчиков. Ура! Шикарнейше. Ну, только, знаете, вот, что в чем прикол? Ну, что и, типа, оказалось, уже 4200. Но компания
ну, с Ютуба. Спасибо и на этом, что хотя бы помните, что стараемся только для людей. Пам-пам-пам-пам-пам, бой начинается. Ну, давайте попробуем, что вдруг так уже 56, я так думаю. 52, 54, наверное, 57, 100% что там 57 было. И первый пошел оптимально со старта с кустов где-то попытаться лупануть по кому-то. Попал даже с первого раза. Там... Сейчас я набью. Так, все остались или не? Я снова попал. Так, что-то у меня в предчувствии, что там кто-то стихаря будет мне лупить мне. Здесь вполне гуд, но сейчас бы, знаете, оптимально было со спины обойти и всех. И тогда спокойненько себе их лупили бы. Ай. И получил я в конечном итоге в лоба. Ну и фиг с вами. Скажу, что в чем плюс, что писта в ПК 60-ка, ребята, что FPS идет. И в показатель вполне гуд. Идиот, блин. Так, ждем, верим. Успели убежать? Да, успели. Я думаю, он думает, что он бессмертный. Даже самое обидное, что пацаны оказался, что это не я, и какой-то засранец меня, наверное, тихонечко сейчас будет добивать. А, конечно, блин, с кустов. Ну, в чем прикол, что FPS-ка шикарнейшая, ну, что держалась, что во время своей игры. Одним словом, что оптимально будет играть вам со средними, ну, что установочками, и в такой ситуации в телефон вполне комфортно справляться с игрушками будет. Естественно же, ребят, температура, изменение, что случилось, 38,4, 38,5 есть. И смотрим сюда, что в памяти у нас осталось. Вот, ну, куча игра Шлинадж. Естественно, ее выкину. И давайте глянем, что там еще. Допустим, гонки. Вот вам и система, что оболочка. Всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.